Результаты заплыва на ваших экранах. А мы переходим к следующему заплыву. Заплыв номер 3. Фитнес-хаус, нулевая дорожка. Первая – Тройка. Вторая – Енисей. Третья – Спартак. Четвертая – Спрут. Пятая – Уралец Мастерс. Шестая – Енисей Мастерс. Седьмая – Мещера. Восьмая дорожка – Сильвер Свим. И девятая – КТК Мастерс. Еще раз напомню, что формирование состава это такая отдельная история, связанная с клубной тактикой. Здесь могут быть разные подходы. Может быть, более-менее подобраны одного возраста спортсменки. Могут, наоборот, войти в состав спортсменки очень молодые, но только за счет того, что будет включена и спортсменка высоковозрастная. Самое главное — уложиться в существующие рамки отдельно взятой возрастной группы. Восьмая и пятая дорожки лидируют. На пятой — это Уралец Мастерс. Жанна Рачинская, Татьяна Третьякова, Людмила Пуртова и Светлана Колпакова. Это состав команды «Уралец Мастерс». Ну и обращаем ваше внимание, что сейчас на этапе брасом преимущество команды «Уралец Мастерс» выросло уже до безоговорочного, я бы даже сказал. Но еще два этапа впереди, вот «Баттерфляй». И здесь очень здорово включилась представительница клуба «Спрут» по четвертой дорожке. Светлана Пикта, Наталья Андреева, Инга Царькова и Елена Бабикова. Это состав команды «Спрут». И подсократился. А, подождите-ка, да, уже, да, подсократился отрыв, и вот последний этап, все еще впереди «Уралец Мастерс», по четвертой дорожке «Спрут» нагоняет, вот это соперничество мы увидим сейчас на финише, обе команды выступают в возрастной группе 160-199, и посмотрите, какая борьба, представительница клуба «Спрут» догоняет, и в концовке разделят соперниц только десятые секунды, может быть, даже сотые. 2.14.98. Все-таки «Спрут». 2.14.98. Фантастика. 2.15.11. Это результат «Уралец Мастерс». Ну вот они, 13 сотых секунды, которые разделили команду «Спрут» и «Уралец Мастерс». Чрезвычайно эмоциональный заплыв получился. «Спрут», кстати говоря, не достиг тех секунд, которые планировал в заявке 2.12.60. Но я думаю, что, безусловно, девушки довольны таким выступлением.